Это история про моего друга. Он поэт. Однажды он пришел ко мне и сказал, что сделал самый важный в своей жизни выбор. Он решил стать вестником. Выходить на улицы города, читать людям стихи, пытаться сделать их лучше, сердечнее, свободнее. Я знаю, что мой друг не учел одной важной вещи. Люди тоже делали свой выбор. Некоторые осознанно, некоторые подстрекаемые телевидением и интернетом. Они выбирали не учиться, а отдыхать. Они выбирали не поиск, а запрос в поисковую систему. Они выбирали прослушивать, но не прислушиваться, просматривать, но не вглядываться, идти, закрывшись от всего, что происходит вокруг. Конечно, кто-то заинтересовывался. Некоторые хотели дать денег, в них просыпалась жалость или какое-то нехорошее, завистливое восхищение. Некоторые что-то интуитивно чувствовали, но были не в состоянии понять и принять действия моего друга. А меня волнует только один вопрос: сможет ли он вот так каждый день, неделю, месяц выходить на улицы города и читать людям стихи, зная, что выбор их был закрыть глаза и заткнуть уши, а не открыть сердце?